Заявки на участие в конкурсе «Лучшие школы Солнечногорья-2006» подали лицей номер 1, гимназия номер 6, школа номер 5, Поваровская, Ржавская, Тимоновская школы, школа имени 8 марта, Лесные озера и Берсеневская коррекционная школа-интернат. В состав жюри вошли представители комитета по народному образованию, директора школ, педагоги. Конкурс направлен на обновление содержания образования, развитие творческой деятельности педагогических коллективов, распространение опыта работы лучших образовательных учреждений, утверждение приоритетов образования в районе. Сегодняшний так называемый очный тур представлял собой презентацию образовательных учреждений. В этом историческом месте была заложена Берсеневская коррекционная школа-интернат для умственно отсталых детей. И мы горды своими днями лицея. Традиционными стали лицейские балы, в подготовку которых включается весь педагогический, школьный и родительский коллектив. Материалы об истории своей школы, о ее достижениях и результатах конкурсанты готовили в течение месяца в заочном туре. Я в числе первых проводила презентацию своей школы. Ну что хочу сказать. Смонтирован видеофильм, показаны результаты. Мы гордимся тем, что у нас есть что показать, и мы это показали. Ну а жюри оценит. Финал конкурса «Лучшие школы Солнечногорья-2006» будет проходить 10 февраля. По итогам прошедшего тура в него вышло 3 образовательных учреждения. Это гимназия номер 6, школа номер 5 и лицей номер 1.